Почему ремонт дороги по Победе остановился? Этот вопрос задают линчане, но пока не получают ответ. Чтобы помочь горожанам разобраться в ситуации, с этим же вопросом наши коллеги обратились в городскую администрацию и к дорожникам. Все подробности у Олеси Васевой. Приятно ехать. Качество новой дороги по улице Победы линчане оценить уже успели. Жаль, что отрезок ровного асфальта заканчивается слишком быстро. А ведь этого ремонта линчане ждут уже второе лето. Однако дорожники, положив первые две полосы, буквально треть от заявленных в контракте километров, технику поспешили убрать. И возобновлять работы не торопится. Нам сказали, что деньги есть, но я никак не могу. По моей информации, денег на сегодняшний день на дорогу, ну, скажем, в мэрии нет. Общая сумма контракта 53 миллиона рублей. 19 из них фирма «Арман» получила еще в прошлом году, когда на первом участке начались предварительные работы. Был снят первый асфальт, под конец навигации поступили все необходимые материалы. В новом году ждали лишь начала тепла. С его приходом работы начались, но очень быстро закончились. В мессенджере WhatsApp руководитель дорожников поспешил разъяснить, работы не продолжают, так как ждет оплаты. Вот изначально я думал, что это вообще провокация. Да? То есть, ну, потому что, скажем, буквально там неделю две тому назад мы встречали с Жуматом Закрыковичем, и никаких вопросов там не возникало. Написал обращение в мессенджеры все же руководитель «Армана». В том же сообщении он указал, что не начнет работы, пока городская администрация не перечислит оставшиеся 34 миллиона. А между тем, если это будет необходимо, чтобы работы продолжились, городская администрация готова дать гарантийное письмо, лишь бы условия контракта были выполнены в срок. Единственное юридическое лицо, которое всегда рассчитывается с другими юридическими лицами, да, это предприятие, которое работает в бюджетной сфере. Это бюджет, да, и он никогда никого не отодвигает и со всеми рассчитывается. Поэтому денежные средства у нас в бюджете есть. Как только работа будет выполнена, мы оплатим. Придут ли к общему, двусторонне выгодному решению заказчик и подрядчик, покажет время. В городе об этом узнают сразу, как только на улицу Победы вновь вернется техника дорожников. Олеся Васева, Сергей Счастный, телеканал «Алмазный край».